Всем привет! Очередная посылка из Китая, и в ней так называемый фонарик терапевта, ну, то есть медицинский фонарик, карманный. Карманный фонарь врача его еще называют. В общем, погнали распаковывать. Итак, у нас есть конверт, в котором к нам пришел фонарь терапевта, ну или как его еще называют, медицинский фонарик. Выглядит следующим образом. Ну, то есть это обычная пупырка, пакет мелкий, трек не отслеживается. Здесь линейка, еще как какие-то обозначения до 9 миллиметров, но сейчас мы его вскроем. Алюминиевый, типа там авиационного алюминия, две батарейки формата 3А, как-то ярче, темнее он не делается. Вот. Светить светит. Светит хорошо, ярко. Лучше, чем светил фонарик для чистки ушей там. Ну, не знаю, как для доктора, пойдет он или нет. Это уже будет решать наш эксперт, домашний доктор. В принципе, фонарь предназначается ей для работы. Светит ярко, хорошо. Какие-то обозначения есть. Даже есть обозначение сертификации международной CE. Посмотрим, как долго он проработает и как будет служить. В общем, ссылка на данный товар будет в описании. Всем, кому было интересно, ставим палец вверх, не забываем подписываться. Всем пока! Все, кому было интересно, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока! Ссылка, как всегда, в описании. Можете зайти, посмотреть. Там два варианта. Один на батарейках 3А и второй на аккумуляторе несъемном, который заряжается через USB.